Пап, а что такое альтернатива? Сложно объяснить в двух словах. Ну, на примере. Ты работаешь на заводе, из года в год пашешь и пашешь, постепенно копишь деньги. И в один прекрасный момент накопленного тебе хватает на переезд в деревню. Ты покупаешь десяток яиц и выводишь из них цыплят. Кормишь их, поишь, ухаживаешь за ними. И они подрастают и начинают нести яйца. А ты их в инкубатор. И вот у тебя уже 1000 цыплят. Ты за ними ухаживаешь. И вот у тебя уже 1000 взрослых кур. И они начинают нести яйца. Ты уже крутой фермер. А тут наводнение. И всю твою ферму смывает. Все сдохло, все смыто. Пап, ну и где альтернатива? Утки. Приходит ветеринар к терапевту. На что жалуетесь? Батенька, так каждый может. Как вам идея? Заключаем договор с мобильным оператором на платный номер. Берем кредит в банке, не платим кредит. Коллекторы звонят на платный номер круглосуточно. Гребем бабло лопатой. Я отдала твои джинсы нашему соседу. Это еще в честь чего? Ну, они тебе все равно не нравились. Так и шо? Давай отдадим соседу твою маму.